Как правильно чистить зубы, чем грозит кариес и как приучить детей к гигиене полости рта? Эти люди знают ответы на все вопросы. В культурном центре «Артишок» прошла конференция стоматологов. Задача профилактики – это, наверное, самая важная задача. Сохранить, чтобы меньше нужно было лечить. И в первую очередь, как сохранить и привить правильные навыки нашим детям. Сегодняшняя конференция даст новое понимание, новые интересные идеи и подведет определенные итоги, как ведется работа и как сделать ее еще более эффективной. Организатором конференции выступила Химкинская стоматологическая поликлиника. Приурочили ее ко дню принятия Конвенции о правах ребенка. Тема – профилактика стоматологических заболеваний детей, междисциплинарный подход. На встречу пригласили не только врачей по профилю, но и из других областей. Здоровье и крепость зубов ребенка зависит в первую очередь от здоровья матери. Все начинается с беременной. Неправильное питание, заболевания, неправильный прием лекарств. В дальнейшем мы имеем такие заболевания, как гипоплазия эмали, желтые тетрациклиновые зубы. Мы имеем, да, и вот этот распространенность кариеса зависит еще от того, что минерализация происходит неправильно в результате неправильного питания матери во время беременности. Подобная стоматологическая конференция проходит в Химках впервые, но организаторы планируют сделать ее традиционной и проводить два раза в год.